Всем привет! Сегодня поедем в Литву, чтобы посетить смотровую вышку, которая находится в природном парке Риньки. Киркилай, если мне не изменяет память, это где-то от Саласпилса примерно километра 84-100. То есть совсем немного в мировом масштабе. Маленький такой дальнячок. Совсем лайтовый. Ладненько, сейчас нам надо заправиться. Не буду я тут мусолить много. Чё да как. Все это вы и так увидите. Как я обожаю звук этого прямотока. Вот он, звук вышки. Ветерок сегодня разгулялся. Но ничего, зато не жарко, можно в баечке, в куртке. Потому что вечерком не так уж тепленько. Так, ну вот, заправимся, сколько у нас? Евро 27 за литр. Охренели они со своими этими ценами. Просто. Эх, ну все, сейчас поедем. Состыканулись с друганом. Едем на Риньки. Киркилай. Это вблизи городка Ринкушки. Названия у них такие. Забавные. Да-да-да, не так жарко, как раз.
Норильская ГЭС. Ну и все, сейчас по прямой через граничку. Следующего дубля. В процессе снимем еще пару кадров дороги. Это не основное, а вот главное смотровое крышечка. Ринке мы идем. Киркилай. Тетенька. Оля вылетел. Да, весь в рапсе летишь. Да, красота. Собственно, мы уже валим по Литве. Ехали на территорию Биржу регионалас Маркас. Трасса проходит по территории парка регионального природного. По-нашему это Давос Паркс. Сейчас мы подъезжаем к городку Рюкумкай. Если я не ошибаюсь. Вот. В принципе, долетели быстро, сколько я тут вон. 85 уже прямой. Накатали. Самая малость осталась, уже подъезжая. А, ну вот, Ринкушкай, да. Вот мы и в Ринкушкай. Сейчас буквально нас отделяют километры. Чуть не проебали поворот. Вот тут где-то будет указатель направо. Наверное, там, где цаки выехали, нет? Да нет, еще дальше. Блять, бабуле тяжко. Может, сюда? Мне кажется. Если я не ошибаюсь. Разворачиваемся не туда. Надо проселочную дорогу. Бляха. Сейчас, в принципе, посмотрим. По телефону лучше. И Bio Trio Power. Буквально какой-то из поворотов вот направо сейчас.
Должна быть проселочная дорожка. По полям тоже надо покататься. Получается, тут совсем ни хера, там тоже особо не видно, чтобы что-то было. Дорожка. Это тот, откуда они выезжали? Этот первый, я тоже подумал. Ну да, видишь, они в ресторан какой-то. Ага, может быть, тоже. Если они здесь, в какой-то ресторан, то может где-то они сюда и там и торчали, да. Сейчас надо глянуть. Где тут, что тут? Так. Ой. Природа, тепло. А Летово. Цели два, свои цена ты Летово. Я в курсе. Okay, I know already. Where I am now. Important to know. Yes. Так, сейчас. Интернет, проблемы. Проблемы. Сейчас. Ну, где тут все эти... Looking for GPS. Ай, не, лузы, не ваяк. Там старый фуклонс, парзейс, матушин, тикай лохтвис территории. А, ну да, за границей же не действует наш. Ладно, хуй, ты так не обновляешь офлайн, давай мы тебе, у нас есть маршрут уже забитый. Так, Ринкушкай мы уже повернули. Ну да, вон он. С городка мы сюда. Не доехали, не проехали, Ринкушкай туда. Ну это он и был, вот мы заехали, это где озерца эти. Ринкушкай. Это заканчивается, да. Думаю. А, может быть. Ну, белый. А наверху не написано Ринкушкай, сколько-то километров. А хуй его знает. По идее это дальше ехать. Да, это не так быстро, потому что мы тут только завернули и уже ищем. Ага. Это еще до Киркилая чуть-чуть тут да, проехали. Это уже совсем другая дорога. Ладно, сейчас. Подожди, Киркилу.
простыней. Киркилу. Да. Это не этот парк, где вот тут у нас. Ну вот я на озерах вроде Киркилу эти было. По этой ехать тогда. Где те байкеры выезжали. Ау. Кочки, кочки, ямки, блядь. Ёпта, и где это? Или я что-то путаю? Хуй. Это не то. Так, проселочная дорожка была где-то. Я лучше по проселочной проеду, чем буду кругаля наматывать. Болото. Это столбик, ладно. Ну не, она все равно должна уходить дальше. Она как-то в лесок так уходила. Че-то я запутался. Или она где-то была. И это тоже не она. Нет. Это тоже не так. Сука! Ну ладно, пусть. Ну, надеюсь, блять, это то. Надо ее лучше петлять. Уже, блядь, 30 с чем-то километров напетляли. Лево, еще кому-то надо пиздячить на машине, блядь. Затрахали. Где эта ебаная вышка? А, вот оно, да. Это оно. Кажись, это оно, раз уж там автобус. Вот и она. Хитровые ебаные формы. Да-да-да. Я и говорил. Блять, стрёмная.
Такая, блядь. Это интересная, да. Форма. Хитрая просто. Хитро выеванная. Да, пятна масла. А мы напетляли 30 с лишним километров, блядь, ища. 30 лишних километров накрутили. Сейчас это изучили. Ну да, нормально.